Я освоил профессию электрослесарь подземный 4-го разряда. Я работал на 1375 метров под землей. Вот здесь земля, а 1,5 километра внизу идет работа. Что самое тяжелое было в этой работе? Тяжелое, что ты спускаешься и можешь не подняться, потому что ты идешь, вот над тобой свисает вот гром тонны, миллионы тонн этой породы, и там что камешек упал, крыса пробежала.